Несколько слов о дельфинах. Относительно того, что эти животные не контактируют с человеком, можно сказать следующее. Слишком большое различие между теми природными условиями, в которых существует человек и дельфин. Хотя это не самое главное. Главное же состоит в том, что люди не способны к общению на уровне телепатии. Они почти все лишены этого свойства. И лишь отдельные личности смогли как-то развить в себе эти способности. У дельфинов эти качества ярко выражены. Общение звуками в воде они ведут только на близком расстоянии и только для обмена, так сказать, бытовыми, неинформационными сигналами, в смысле передачи информации высшего порядка. При этом они всегда общаются только с дельфинами своего круга. Если же видят чужака, пришельца, контакта не будет, пока они с ним не протелепортируют и не узнают, с какой целью он появился вблизи их стаи. Что же касается случаев спасения тонущих людей, то дельфины улавливают телепатический мольбу о помощи от тонущего и инстинктивно спешат на помощь.